Ребята, всем привет! Сегодня у нас у дочки, у старшей, день рождения. Сегодня ей исполняется 20 лет. Она у нас плачет почему-то, я не знаю, почему она плачет. Говорит, мама, я плачу, мне уже 20 лет. От того, что ей 20 лет, она расстраивается. Я говорю, 20 – это нормальная дата. Не переживай, все хорошо. С утра Ваню послала в город, съездил, купил тортик, красивый тортик. Тоже фотографировал, показывал, мне присылал фото, мы вместе выбирали, смотрели. Выбрали красивый тортик. Настюшка у нас на работе, она на работе там отметит день рождения. И потом приедет домой, мы посидим, попьем чаек с тортиком. Сильно отмечать мы не будем. Не то время, для младших детей еще стараемся как-то организовать праздник, да, потому что это детство, это дети, они должны вырасти, и у них должны, ну, должны что-то вспомнить, да, должно что-то остаться в памяти, остаться в впечатлении с ихним праздником, днем рождения. А Настя сама сказала, мне не надо отмечать, хотя были бы деньги, я бы, наверное, устроила бы шикарный праздник, я это могу, я это умею, но... Сейчас у нас не та возможность и не в том положении, чтобы вот так вот шиковать. Купили тортик, посидим, попьем чаек. Подарить, она сказала, ей ничего не надо. Мы решили подарить ей денежку. Все ей дарят деньги. Я говорю, Настя, соберешь какую-то сумму и купишь то, что тебе нужно. Подумай, что тебе нужно и купи, не надо их тратить. Вот я ее учу так, если подарили деньги, ты должна на них что-то себе купить. Нужное, стоящее, то, что тебе действительно нужно. Сейчас я вам покажу, какой тортик мы выбрали. Ребята, вот такой вот тортик. Вот такой вот красивый. Торт называется «С любовью». 200 кило. Красивый, шикарный тортик, как раз для девочки. Так что ждем Настю, когда Настя приедет с работы, придет, и будем поздравлять. Ребята, вот Настя пришла с работы. Ей подарили 3 шарика, но один, к сожалению, лопнул. Остались 2. Вот таких вот 2 шарика, это ей подарили на работе, и конверт с деньгами ей подарили. Она пришла, покушала, переоделась, немножко отдохнула и пошла со своими друзьями отмечать дальше день рождения. Мы ей замариновали мясо, будут жарить там мясо, шашлычок, там бутербродики, ну такое вот скромненькое день рождения. Она будет отмечать с друзьями. Я говорю, это уже не тот возраст, чтобы сидеть дома за столом, отмечать целый день, сидеть дома и отмечать день рождения. Ей сейчас интересно, вот на работе они посидели с коллегами, да, отметили. Теперь она пошла с друзьями отмечать. А вечером уже приедет и отметим вместе дома. С ней день рождения. Так что ребенок у нас вырос, уже у нее свои интересы, свои пожелания, так что будем придерживаться их. Ну и наставлять тоже надо. Где поправить, где подсказать, это тоже надо. Так что вот такой вот у нее подарок. Все люди как люди, а я королева, это точно. С днем рождения. Вот такие вот шарики красивые. Молодцы девчонки на работе, поздравили. Умницы. Так что ждем Настю кушать тортик. Ребята, хочу рассказать вам еще вот такую вот новость нашу. Потому что у меня все торчит. У нас. Я заказывала с девчонками, мы собрались, сделали общий заказ на Васильке. Деткам одежду, да и так себе что-то купить, да? Короче, заказ-то мы сделали. Его отправили еще 5 числа. 5 июня,
отправили нам этот заказ. Ну, в связи с тем, что были праздники, да, заказ задержался, но я думала, где-то на недельку задержится, то, что я первый заказ когда делала, в течение 2 недель я это буквально все получила. Это одно. Второе. Звонят мне вчера с почты, с Донецка. Ваша посылка пришла на Донецк, указан донецкий адрес, приезжайте, забирайте. Я говорю, с какого перепога я буду приезжать в Донецк, если я указывала Енакиевский адрес? Смотрите, пожалуйста, индекс. Ну, короче, они, идите тогда на почту, пишите заявление, это заявление стоит 35 рублей. Я говорю, да заплачу я вам эти 35 рублей, шлите мне сюда эту посылку мою. Пошла я на почту, там у меня знакомая девчонка работает. Она туда им позвонила, она говорит, они какие-то перепуганные. Что за посылка, какая посылка, отправим мы ее и все. Ну, короче, написали заявление, 35 рублей я оплатила, ждем посылку. В субботу, к субботе, по идее, должна прийти посылка. Ждем. С нетерпением ждем, то, что уже месяц идет посылка, но честное слово, даже больше месяца, вот сегодня 9 число, да, посылка еще идет. Это одна новость. Вторая новость у нас печальная, у нас умер попугай. От чего он умер, честно, я не знаю. До последнего вроде кушал, вроде пил, может быть, от жары. Но все говорят, что, скорее всего, от жары умер. Жалко, очень жалко, дети расстроились. Дети переживают, но покупать нового попугая я не буду, потому что нам не везет на этих птиц, на этих попугаев, они у нас все сдыхают, умирают. Потому что, когда старшие дети маленькие были, мы покупали 4 или 5 попугаев. И канарейка у нас была, и попугаи были. Не проживаются у нас эти птички. Так что вот такая вот печальная новость. Ну, дети расстроились, ничего страшного. Попереживали и пройдет. Так что вот такие вот новости у нас на сегодняшний день. Всем спасибо, кто нас смотрит. Всем спасибо за поздравления. Настюшка всем передает спасибо за поздравления. Девочки, кто поздравил ее материально, вам тоже огромное спасибо. Кто переслал денежку, она вообще не ожидала, она очень рада, очень довольна этому всему. Так что всем благ. Всем крепкого здоровья, мира над головой. Берегите себя, своих близких. И всем пока-пока. До новых встреч.